Так, ребят, еду встречать своего пупсика. Моя сладенькая прилетела, взял ей вот такой замечательный букетик. Ну что, я уже дома. Сейчас увижу с Левушкой. Ваня подарил мне вот такие вот цветочки. Жду его, чтобы забрал с машины мои баулы. В этот раз я взяла побольше вещей, чем... А потом она говорит, нам квартира нужна большая, потому что этот тащит уже все сюда. Ну а как? Сейчас хочу увидеть реакцию Лео. Как он будет реагировать? Будет такой рад или нет? Как, например, когда Ваню видит. 2 недели все-таки это срок. Так, ну что? Интересно, чувствует, что мамка приходит домой? А где Левушка? Где Левушка? Иди ко мне быстро, 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 быстро. Ой. Да, ой. Да, да. Ё, маленький, какой ты красивый. Иди сюда. Иди, иди, иди ко мне, иди ко мне. Иди ко мне. Боже, какой ты красивый. Толстенький такой. Иди сюда. О, что, что? Ну что, ты рад? Я пока не понимаю, ты рад? Боже, какой ты красивый, какой ты красивый. Слушай, Лео. Соскучилась по тебе, соскучилась по тебе. Да. Чё, чё? Я говорю, пошли кушать. Ты? Не могу, когда вот так не... Бардак. Бардак, ё-моё. Но мне будет легче, если ты пойдешь завтра где-нибудь на целый день. Я сегодня пойду в 7 в футбол. Ты да? Справишься, да? Отлично, давай. До 9. Да, езжай. Как раз буду полировать всю квартиру, как я хочу. Как полируй, полируй. Слухи хозяйки.